Всем добрый день суток. Ева, Герда уже приехала, ждут они. Гердуха, Гердуха. Ох ты придурочный, а? Опять съел мне там весь салон. На 5 минут оставил в магазине. Все. Уплотнители все вырваны с корнями. Как одни нервы. О, все вырвал. Ах ты, ну-ка на место пошел, сумасшедший. На место, чтоб я тебя не видел. Двенадцатка по тебя плачет. Злата, иди на место. Герда приехала, иди на место. Это одни нервы какие-то сплошные. Чем дальше, все хуже, 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 хуже. Вообще не знаю, сколько у меня терпения хватит. Вообще неуправляемый становится. Все, закрыто. Вон, доедайте. Крыша у тебя едет. Наплодили, блин. Заводчики хреновые. И гордятся непонятно чем. Собака в этом, конечно, ни в чем не виновата. Что такая психика у него. Что, пойдем? Я сразу в этот закинем, в будку тебя и привяжем. Куда в будку? В вольере посидит, где он? Ну пойдем. Там уже за дорогу все нарисовал. Петля уже появилась? Герда. Самое то. Да? Давай, давай, давай. Он мне съел опять салон, видишь? Молоденький, все. Я не в машину. На место. Ну-ка на место. Все, тихо. А? Сейчас, я Илюха бросил он. Сейчас. Сказал, поставь, Илюх. Не, бросил. Нет, ну мало когтями. Ну да. Да, пусть он, заводи ее. Че? А? Не, она, он ей места хватит там полежать. Давай, надо было попить ей чуть. Сейчас мы дадим ей. Иди сюда. Поводок заберешь тогда завтра, я тебе еще этот надо. Все. Покрывало. Да. Не принесу сейчас. Ты читай, тут же... тут немного не совпадает. Ханты нету. Эти все совпадают, и тайны нету. Придурочный сидит. Тебе подсыл, чтобы... Ну, помягче еще. Ну да, только подсыл. Гром на место пошел. Ведь опять все делать. Все вырывает. Уничтожитель. Психика вообще дурная. Девятого съездим, посмотрим, если он... Я его тогда продам нафиг. Если никто не возьмет, тогда 12к ему. Это по-любому. Что-то я тоже там купил. Я понял. Мне такая психика вообще не устраивает. Он меня сейчас не съел там двух женщин с этими, с хасками на той стороне. И вода ему пофигу. Ну, почти еле остановил. Чеза отличилась. Чеза до конца облаяла их. А что ты закрываешь?
держишь на ключ. Думаешь, что он тряпочек? Да, не то что. Это сплошные нервы. Я с ним с детства. Вот все хуже, хуже, хуже. А что я тебе рассказывал? У тебя такая же была. На пляж не пойдем? Да ну, они... А далеко? Да не, а вы купаться, может, купаться сходим, не? Они не умеют. Нет. Плавать. Не, ну мы постоим, а они покупаются по плечу. Вода теплая. А? Да? Это там этот катер привязывает груз. Не, можно и в носках идти. Смотри, утки плывут, все купаются. Надо было дома взять. Да, так обсохнем, чё. Да, пока дойдут, обсохнем. Да, да. Тепло же на улице. Смотри, у меня тут телефон и всякое остальное. Что это? Хорошо так. Видишь, тут даже дети его награли кусочек. Да, да, тут много детей. Все, одели, пойдем так. Я вас поддержу, видишь, пойду тоже. Голышом. Голышом. На гляже. Ну, вот. Да, да. Вам надо на пляж. Палатка, дом есть. Да, накупались. И дорвались до воды, раскусили. Конечно, смели тёмкинскую негативную систему, ниппель. Вот здесь потрачиваем. Гром! Да. Охранник. И камеру рассказал. Сиди лучше. Вон Герда спокойно, Соловьевская. Вот он. Гердуха. Ты водички попила? Девочка, поедем завтра на свадьбу, да. Пойдем в дом. Гром. Где? Да. Я не знаю. Ну так. Ой, мой крестный. Крестник, вернее. Воды, воды. Гром! Ты должен был знать, вот, я там. Иди. Откуда могу знать? На, пали. Пали ноги. Иди сюда. На траву пойдем. Поднимай ногу. Ну, нет, ты вот так ко мне поверни. Ровно встань. Вот так. Ровно ногу поднимай. Ровно встань. Ровно. Он не запутался. Ровно встань, ровно ногу поднимай. Да, да. Подорвали, хоть купались чуток. Сезон открыли. Да. Этот вообще, говорит, я бы тут остался на недельку. Кто тут с тобой будет заниматься неделька? Как? Вон вольер вместо Герды. Об траву. Зачем траву-то? Вон там. Давай. Я знаю, я поняла, что там. Когда ты прогрессовал? Когда ты мне звонил. Да? Она была такая... Блядь. Матвей, кепку забыл. Ты тоже мокрые эти снял. Да что ж, у меня дырявые эти. Да он сейчас это высохнет. А я сейчас посылка, там пакет есть. Цыгане, цыгане. Матвей, обувайся. Обувайся и кепи. Так что... Сядь на ступеньку.
Саша, в пятницу можно и это, а рад работаешь, а не если в отпуске что. Если в воскресенье, значит, в субботу вместе, а так. Сюда. Чего? Ты вообще сказал, я могу тут на неделю остаться. Да, пусть остается. Лосятины хватит. Не переживай, они мясо не едят. Да? Никто. Ну, травы накосим тут. Да. Вегетарианцы. Вон сено уже есть. Да, да, подсушенные уже. Заварим, запарим. Кашки. Так. Так, кепки взяли. Держи пакет. Главное вас не забыть. Пакет держи. Там глистогонка и этот. Я понял. Да, да. Слушай, я тебе фоткал. Давай, зачем тебе? Что ты им пакет тут суешь? Ну ладно, бери. В этот кинь. Там все собакам. Фитокальцевит и глистов можем прогнать. Глистогон. Да. Что-то у тебя чашечка загнулась-то. Это я Юра машиной наехал просто немножко. Бывает. Ты так и не это, да? Чего? Да, он для Герды. Сейчас еще буду ремонтировать от этого сумасшедшего. Ну, Герде постелить, да. Я их буду кормить их. Нет, там пустые гильзы. Подождите, минута прощания. Да, да. На колени, сукин кот. Даже не подошел. Она при делах. Да они грязные, копали. Ну и с речки, как кто нормальный человек привозит народ чистых собак с речки? У меня всегда грязные приезжают. Тихо. Давайте, на ту сторону переходите. Тихо. Пристегни сразу. Сейчас я выйду, пристегни. Давай. Держите чуть вперед. Так что, Кать, подумай, что как это. Это он постоянно что-то чевряжется. Да там развернись дальше, Юр. Дальше развернись. Дальше развернись за забором. Налево и задом сдашь. К обеду вернемся так же. Такси подано. Сейчас мы пристегнем. А. Ну ладно. Да, да, давайте. Да, подумайте, что. Я вам сразу сказал на работе, бери всех. Никто не, не поедет. Во-первых, он меня не хотел брать. Да? А потом. Тормозом? Нет. Иди пристегивай всех. Да. А потом эти сели на хвост. А я еду, а они нет. Ну, типа да. Ты оставайся. Я говорю, бери всех. Катя, Катя не поедет, наверное. Так детей возьми. Я наоборот говорю, а что ты один поедешь? Давай. Я, а что она... ты тоже хотела бы? Я говорю, нет, конечно. Видишь, врет, врет, блядь, ну, нагло. Да, 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 да. Всем стелит нахуй. Да. Да что она поедет, да надо, да что там, да? Я говорю, ну как, бля? Вдруг мы сломаемся в дороге, куда детей? Столько нюансов сразу. Ну чего машина-то сломается? Она новая, да. Сколько ты на ней ездил, только Потемкину гоняешь. Ё-моё, чего она должна сломаться? Новая машина. Тем более быстро долетает, ну едет быстро. Нормально едет. Матвей, приедешь на выходные следующие? Да? Да, наверное, эти выходные. Эти? Ну, уже сегодня понедельник. А, ну эти выходные, которые будут. Папе скажешь, да? В пятницу тут стартуем, папуль, скажи. С ночи. Да, с ночи, сыночек. В четверг на чем готовиться? Да, да. В четверг собираем. О, очки у него там все дела. Сейчас солнце. Прям... Видишь, как солнце светит? Да, Сталлоне прям. Ты ночью тоже в них ходишь? Чтоб комаров не видать было. Все, говорите, до свидания. Все, пока, парни. Давайте. Жду на выходные. Нам будем купаться, давайте. Привозите плавки, да. Я им куплю эти штуки. Посмотрю, ну, в магазин. Да, у нас были, но... Ну, у нас-то проще купить просто. Да. Ладно, все. Ну, рукавники, да, да. Отзвонишься, да, как? А? Так приедешь туда, отзвонишься, да? Ну, отдам, да. Он сказал, где-то в поле там встретимся там. Может, ну да. Скажет, когда это... Ну надо делать, что это же племенная работа. Конечно. Потом посмотрим, что получится. Я думаю, будет все классно. Да.
Да, ладненько, давай. Все, давай, не прощаемся. Ох, хулиган ты. И камеру даже разбил, стекло разбилось у меня. Видишь, какие оттенки идут? Ну, дети хоть искупались. Хулиган ты. Гром, психика у тебя, конечно. Давай, давай, пока-пока. Все, поехали. Теперь Герда, теперь дальше поедет. Оп, жужжалка. Очень ты хулиган. У тебя не в порядке. Чем ты взрослее, тем у тебя, ты вообще становишься не, не... Вообще не знаю, как тебя назвать даже. Оп. Нашла цель эта муха. Ты тоже сегодня отличилась. Вот Гердочка Соловьевская. Да? Гердуха. Ну, мою девочку, да? Спокойно, уравновешенная, да? Да. На свадьбу поедем, да? Молодец. Две всероссийские выставки прошла. Прошла первую, когда молодая была, 6-я. Сейчас прошла 14-я. Ну, подустал. Ой, уж какие. Уж зачет, голова вообще. Вот Лайка. И ты, Лайка, белая голова. С Громом будем решать это дурдом. Так, я уберу сейчас Гердину пайку. Она должна с приданным ехать. Жить будет почти неделю. Так, Юра, что мне тут привез? Он все вырвал. Представляете, сколько у него злости в башке, сколько всего он рвет. Вон кулаки опять новые от обшивки. Вырывает весь потолок. Вот это все грызет. И цепляется зубами. Эти. И с этой стороны. Видите, он что делает? Он так пастью хватает. За вот так вот. От злости. И это металл. То есть... И он сдирает. И это он все грызет. По металлу зубы. То есть он сам себя не жалеет. У него в голове дурдом. Очень дурдом. Но сейчас я подсохла. Сейчас я надо вправлять обратно все эти молдинги. Брать пассатижи. Он все изжевывает. Все изжевывает. Первая собака у меня такая. Видите, как он его жует? Сколько злости. У Лайки такой не должно быть. Почему Лайка очень подтверждается? То есть ее всегда, ну, ворует собак, вот эту породу. Ну, с охоты снимает, потому что она добрая. То есть редкая собака, которая не подойдет к чужим. То есть есть добрый, но не к чужим, не доверяет чужим. А это тоже его не возьмешь. Но с такой психикой он чем дальше растет, тем с ним сложнее. Я же не показываю просто на видео, как мне тяжело с ним и с его психикой, и что творится. Вы смотрите определенные моменты, сюсю-пусю. Он для вас просто собака, красивый, хороший песик. А что на самом деле, вот дать вам в руки, дать вам 2-3 дня с ним пожить, до дня хватит. Вы еще его привезете и денег дадите. Забери только ради бога. Мы больше не хотим с ним быть вместе. Я вот 100% вам говорю. Я очень с ним тяжело. Очень сильно устаю. И у меня зашкаливает адреналин с ним. Переживания, нервы. Сегодня 2 хасок. Я думал, все. Нет, остановил я его на конце реки. Неожиданно приехали 2 дамы. Еще нас уродами обозвали. Испугались они. Ну, я не стал в конфликт влезать. Решил выглядеть умнее. Хотя хотел сказать, чтобы она фильтровала базар и за языком, за своим гнездом следила. Ну, не стал. Кукушка.
Ну, засчитал, что выглядит умнее и грамотнее. Спокойно отозвал собак. Чеза все-таки добился, переплыла речку, облаяла их машину и приплыла обратно. Ну, движение было в течение 3-4 минут. Вся движуха была. Вот. Ну, решение буду принимать, как бы там ни было, если он даже отработает в этом, я все равно буду его продавать. Он мне в стае не нужен. Мне тяжело с ним. Может быть, вы знаете, как, какой момент бывает? Бывает так, что собака меняет место жительства, общения, ее чик, и она становится вообще другой собакой. И бывает и такое. И это случай не один из таких, как у меня случай. Поэтому вот они, вот бывает, вот он вот такой, а может попасть в другие руки и быть совсем другим, другой собакой. Вообще противоположной. Были, много раз таких случаев было у людей, и это прям вот я свидетель этому. То есть была сумасшедшая там или какая-нибудь с какими-то нюансами. Также была с моим потомком. Да, собака нерабочая. Кстати, вот ее сестрой родной, с ее помета, с Гердиной. Человек якобы обжег собаку на охоте, не работает, ничего не хочет. Попала в другие руки, и не нарадуется человек. Он говорит, я, говорит, лучше собаки, говорит, за сколько лайк у меня было, я, говорит, не видал. Харза, кличка. Представляете, как бывает? А у него не... Вот не хочет она с ним работать, и все. Может, здесь он ведет себя так, специально перед стаей. Будет один где-то в других руках и будет совсем другой собакой. Пожелаем ему хорошей жизни и хороших успехов. Мы посмотрим, что еще 9-го покажет. А сейчас вот у меня дела с Гердой. Свадьбы и так далее. Все, ладненько. Ой, блядь. 257 туда, 257 обратно. Охренеть. Охренеть. Вот так вот. Хорошо, хоть не Тюмень какая-нибудь, не Свердловск какой-нибудь на вязку ехать. Гердуха. Пока щенки должны быть бомба. Потом поедет на дипломы Гром, Злата, Каюр. Все едут. Белка, Чеза. Всех буду брать, буду пробовать. По ситуации, может быть, кто-то и что-то и сработает. Собаки растут, собаки меняются. И кто, если сработает хоть какой-то в одиночку диплом, отправим на ВПКОС. Белка сейчас стала вон на косу реагировать. Может, она вообще на кабана также отработает. Кто ее знает, не знаю. Не могу сказать. Собаки живое существо. Вот купил тут крупы. Ой, господи, жир рыбий пришел. Не знаю, у меня тот кончился на Озоне. Себе квасу взял. Смотрите, какой рыбий жир им купил, заказал на Озоне. Вот. Зоу как-то это. Буду им в еду. С каким-то немножко осадок какой-то есть. Смотрите. Блин, камеру. Сейчас надо стекло заказать теперь. Разбил камеру. На камере стекло. Для кошек и собак. Все, ладно, всем пока. Я думаю, что дай бог Герде хорошо повязаться. Завтра 12-й день. Пусть у нее будут хорошие щенки. Классные щенки. Будет все видно. На то она и племенная работа. Вот тихо, спокойно, уравновешенно. Все отдыхают, накупанные. Чуть не было минус 2 хаски. Ну ладно. Вот, говорит, что, говорит, за люди и собаки, уроды. Кричала она там. Кричала тихо. Как бы, чтобы я, может быть, чтобы чуть-чуть услышал, но чтобы не до конца услышал, а вдруг прокатит. С осторожностью. С осторожностью дама кричала про себя с глушителем. Пусть кричит.
умнее от этого она не станет. Мы-то первые были, мы купались. Это вы нарисовались. Чего кричать-то? Ну, посмотрите, я собак собираю. А вы уже быстрее своих этих выпускать. Ездовых. Конечно, реакция на собак с лайка реагирует. Собаки и все, и Чеза. Там все летели, я тормозил всех. Ну, белка на поводке была. Поэтому, так, у меня здесь ничего нет? Нет. Илюха у меня еще спер дезодорант от комаров. Говорит, дай попользоваться. Ну, на, говорит, бери, бери. Все. Одеяло, все. Со второго этажа они подушку как разгрызли, поролон этот, все. По зиме. Так что с Богом, Гердуха. Дай Бог хороших щенков. Тебе 7,5 лет, в декабре будет тебе 8. Может быть, еще один помет, и все. Надо в элиту тебя вводить. Да, но надо состязательно нам диплом с тобой получить. По пушнине. Смотрит на меня. Разглядывает. Родная кровь приехала.